Приветствую вас. Мне кажется, что вы человек такой достаточно контролирующий, судя по тому, что вы пишете, да, то есть как бы говорите, что я всегда была недовольна своим мужем, да, то есть вот вы, то есть вот знаете, как это. Вот у вас, ну, такой подход, наверное, что искать то, что идеально, долго, может быть, даже бессмысленно, ну, потому что вы можете не найти, вы можете из-за требований высоких. Вот. И вы это понимаете, где-то где-то в глубине души, что требования у вас очень высокие. Мне кажется, что и к себе у вас требования очень высокие, правда. Это может быть немножечко в разных. Ну, немножко в разных аспектах, скажем так. Вот. Но я думаю, что высок. Вот. И поэтому задумка ваша, она здесь ваша задумка в том, чтобы выбрать кого-то, кто вот плюс-минус подходит, да, вам, ну, плюс-минус, вот именно что, именно что плюс-минус подходит вам, вот, и, как бы, уже из него лепить что-то, из него уже лепить что-то. Мне кажется, что это... позиция, она, ну, мягко говоря, действительно властная, действительно такая вот подчиняющая позиция. Потому что, ну, я не хочу сказать, что это однозначно что-то плохое, да, ни в коем случае. Вот, просто я, наверное, хочу сказать только то, что эта позиция, как бы она, вот, знаете, она предполагает, что, ну, что вы будете доминировать над человеком. А не все люди, и не все мужчины, вот это вот, ну, вот это вот доминирование, да, там, ну, признают, скажем так, не все доминирование терпят. И здесь такая еще, как мне кажется, проблематика, то, что у вас вот контроль, да, он, судя по тому, что я могу судить, у вас контроль не делает счастливой, вот. Ну, так вот, чтобы серьезно прям счастливый вас контроль не делает. То есть, ну, мне так кажется, что это не делает. Я не знаю, может быть, я ошибаюсь здесь. Вот. То есть вы контролировали и, вероятно, контролируете для того, чтобы, ну, вот, человек научился, чтобы человек научился, значит, для вас что-то делать, да, чтобы человек научился вот там по отношению к вам как-то вот себя вести,
И чтобы в итоге можно было расслабиться, но как бы вот сам контроль вас счастливой не делает, как мне кажется. Ну а проблематика она заключается, на мой взгляд, в том, что вот этот контроль, он связан со страхом. Ну вот, в первую очередь, он связан со страхом. То есть контроль связан с тем, что вы чего-то боитесь. Вот, контроль связан с тем, что вы чего-то опасаетесь. Контроль довольно жестко связан с тем, что вы опасаетесь того, что может произойти, если вы, вот, там, грубо говоря, позволите себе, ну, расслабиться, позволите себе, может быть, вот, в какой-то степени, там, не знаю, дать слабину, да, то есть вот такая какая-то вся история. И мне кажется, что вот это является, наверное, самым, ну, таким вот прям, можно сказать, трудным моментом. Я бы вот так бы это сказал бы. И, соответственно, обратите внимание также на то, что вам нужна семья. Ну, то есть вы говорите прямым текстом: мне нужна семья, я хочу сохранить отношения с ним и так далее. Вот. То есть все это делается для того, чтобы у вас была семья. Ну, вот тут опять же идет немножечко некоторая неосознанность ваша, как мне кажется, потому что вы не очень понимаете, а что, собственно, вам хочется вот, ну, в семье, вот, что вам хочется, что вам нужно. Вообще, ну вот, в семье. Что вам нужно от семьи, тогда уж, если можно так вот, если можно так сказать, что вам нужно от семьи. Вот, это все вот, ну, такие достаточно важные моменты, на которые вам стоит вот поискать ответ, если вы хотите свою ситуацию разобрать, да, если вы хотите, ну, понять лучше себя. Вот, потому что контроль — это вот как раз некоторый такой вот страх, да, то есть это переживания человека относительно, ну, того вот, что с ним случится, что с ним произойдет, тогда, там, грубо говоря, если он человек, значит, ну, перестанет контролировать какие-то вещи, да, вот, такая вот история, и вы нуждаетесь, в общем-то, в защищенности, как мне кажется. Здесь все не банально, но довольно-таки, я бы сказал,
довольно понятным, все просто и по-человечески. То есть это вот, ну, да, знаете как, это понятно каждому, может быть. Вот, другое дело, что у вас это превосходство поведение, которое истощает вас, истощает вашего мужчину. Вот, то есть это вот, наверное, то, ну, вот, что можно было бы подкорректировать. Вот, ну, ну, естественно, если вы этого хотите. Вот. То есть совершенно не обязательно оставаться с своим мужем, да, то есть нет ничего необратимого, но вот учиться слышать себя, да, учиться слышать вот то, что с вами происходит, учиться слышать себя, учиться слышать свои чувства. То, что вам необходимо. И учиться доверять человеку, учиться позволять человеку значит, ну, условно говоря, быть в ответственности. То есть вы научили своего мужа, да, только одному пока что, вы научили его быть безответственным. Вот. К сожалению, вы научили его быть безответственным. Вы можете научить его и другим вещам, в принципе. Да, то есть вы можете научить его ответственности вновь. Но важно, предельно важно понимать, да, что для этого, чтобы муж научился ответственности, нужна ваша пассивность. Ваше умение быть пассивным, не контролирующий и не требующий. Вот. А за свои требования, в свою очередь, тоже учиться брать ответственность, потому что на данный момент этого вы тоже, к сожалению, не делаете. То есть вы за свои требования, за свои желания, да, вы тоже ответственности не несете. То есть вы перекладываете как бы эту ответственность на человека, да, на вот вашего мужа, тогда это требует от него. Вот, ну, так тонкость здесь вся в том, что это позиция немножечко ведет в никуда. Вот. К сожалению. Вот. Поэтому я думаю, такой ответ вам я могу дать вот прямо сейчас. Вот. Что сказать еще я хотел бы? Наверное, пожалуй, то, что работа с контролем, да, это работа с сопротивлением. А сопротивлением
как правило, достаточно серьезным, достаточно большим, достаточно привычным, ну, привычным, понятным для человека, вот, и удобным для него. Поэтому, если у вас какие-то мои слова вызвали отторжение, когда я говорил, вы подумали, о, нет, мне это не подходит, там, и так далее, то это нормально. Значит, скорее всего, я попал именно туда, куда нужно. Потому что вот вы, ну, пытаетесь защититься. Вот. Ну, защиту можно пройти. Вот, заметьте, я сказал не побороть, а пройти, это правда, как бы ничего, ни с кем, никто, ни с чем бороться не нужно, вот, и тихонечко идти туда, вот, отслеживать, что на пользу вам, а что во вред, это то, что можно и нужно делать. На этом все, я надеюсь, что помог вам, желаю всего самого доброго, удачи, ну и, значит, я надеюсь, что вы сформулируете обратную связь по следующим вопросам. Вы говорите, 15 лет я замужем, всегда была им недовольна. Раньше я этого не замечала, так как думала, что если я говорю, то значит это правильно. Откуда такая позиция? Если я так говорю, значит это правильно. Это так должно быть. А так как он делает, это неправильно. Откуда такая позиция? То есть, вот на что направлено ваше желание быть с мужем и, собственно говоря, сохранить семью? Вот. Давайте не будем искать виноватых, а просто согласимся с ответственностью, которую каждый несет за свою жизнь. И ее мы можем изменить. Еще раз, всего вам самого доброго.